Эй, здорово, ребята! С вами снова Джексон, и мы возвращаемся с вами на дикую планету в игре под названием Journey to the Savage Planet. Как помните, в прошлой серии мы остановились на том, что... Остановились перед входом в эту пещеру, где нам нужно добыть какой-то новый минерал. Какой-то новый минерал, который позволит нам использовать цветки для зацепа. Я пока не понимаю, как мы это провернем, как мы это сделаем, но... Как-нибудь сделаем, я думаю. Давайте посмотрим, что у нас тут в глубине. О! Светящийся воробей. Нету больше светящегося воробья. Ой, ёп! Он меня напугал. Прости, чувак, ты не подходи больше так. Тем более сзади. Я не люблю, когда ко мне сзади подкрадываются. Мало ли, какие у тебя там намерения. Так, просканировать мы ничего не могем здесь. А, во, кстати. Кстати. Углеродная жила. Жилу мы заберем. Так, судя по метке 80 метров, 70. Отлично. Крайне темно. Что это? Фонарик. Местный фонарик. Тоже прикольно. О, что это за щупальца? А, тентаклит. Это мы такие... видели. Ай. Так, стоп, а где... Светяшка-то. В смысле? То есть мне надо... Вот я ее взял, и все, и типа мне ее ронять нельзя, да? Опа, сломал. Отлично, что-то еще алюминий. Алюминий, ничего себе, алюминий. Алюминий нам нужен. Так, че, куда нам, я не понимаю. А, вот сюда. Вот сюда. Почему так темно? Зачем так темно? Мне не нравится. Так, новый фонарик возьмем, давай. Так, все, выбросили старый, взяли новый. Прекрасно. Вау. Вау. Это какой-то местный артефакт. Мне сейчас это напомнило Skyrim. Шаткое святилище. Это мне напомнило Skyrim и эти всякие развалины драугров, которые там под землей, где мы слова для Тума искали. Так, пока, ребятки. У меня ничего личного, господа. Only business. Так, я как понимаю... Пиу-пиу. Я как понимаю, нам надо попасть вот туда наверх. Так, сейчас мы еще ресурсиками чуть-чуть поживимся. И будем думать, как туда попасть. А, ну все понятно. А! Фу! Я думал, я сейчас разобьюсь к чертям собачьим. Кстати, фраза «разобьюсь к чертям собачьим» здесь как никогда актуальна. Если помните, мы за собачку игра... Вот это ничего себе Warface мы показали. Видели? Это было круто. Так что это, ага, алюминиевая жила еще одна. Прекрасно. Прекрасно, мне пока все нравится. Так, подсказка, чтобы лезть наверх. А, это типа... Молодец, дружочек мой, молодец. И вот нам, как я понимаю... Извлеки и проанализируй. Вау, ничего себе, у меня какой насос есть, а я не знал. Давай, соси, чувак. Отлично, какая-то черная жижа. Окей. Отличная работа. Теперь у тебя есть достаточно ресурсов, чтобы распечатать новенький прыжковый ранец в дротике. Хотя этот образец не протестирован на безопасность, никто не обещает, что с ним не будет весело. А мы любим, когда весело. А, так, сюда мы можем же, да, наверное, спрыгнуть? А то что там? Дофигища обходить всего там и так далее. Так, я как понимаю, нам нужно возвращаться сейчас в наш корабль. Но... Я пока туда бежать не буду. Я схожу. Вон тут еще у нас меточка есть, видите, 104 метра. Там, судя по заданию, там лежит какая-то сумка с ресурсами. Вот у нас есть задание. Верни свою добычу. Типа, надеюсь, только что какая-нибудь тварь сожрет мистер. Чё? Короче, там какая-то сумка. Там какая-то сумка с какими-то ресурсами. И нам нужно ее забрать вообще по-любому. Ну, миссия стоит, поэтому надо забрать. Она здесь как раз не так далеко.
Вот, смотрите, всего 60 метров, 50 метров. Она тут совсем рядом. Поэтому мы ее заберем по-любому. Да, ура, свежий воздух. А то в той пещере воняло пуками этих воробьев. Не, ну серьезно. О, вот. Умри. Вай, что это было? Что это было? Вы видели, да? А, это она фонарики выпускает. Отлично. О, нифига. Нифига себе, там куча, там приличная такая кучечка ресурсиков была. Так, это гранаты. Гранаты я, кстати, кидать научился. Это максимально тупо. Я не понимаю, эта планета должна быть лишена разумной жизни. Но эти строения... Вот, просканирую вот это. А, ну я так и думал. Я как раз хотел сюда сходить, посмотреть, что это такое. А, давай, мы тебя просканируем. Пинц. Инопланетный телепортационный постамент. Выглядит как какое-то транспортное устройство. Если ты восстановишь его работу, можем тебя здесь убить и сделать клона у любой из активированных... Прости, я хотел сказать телепортирование. Понятно, это, короче, местный телепорт, чтобы не бегать туда-сюда. Активировать. Прежде чем начать, Киндра требует, что я прочитала тебе какую-то инструкцию из 400 страниц, освобождающих от любой ответственности. Вот, я прочитала все в скоростном режиме. Хороший у нас интеллект. Так, и чё? Куда мы можем вернуться? А, отлично! Я думал, сейчас придется бежать. Красота. Убиваем себя и собираем себя заново в корабле. Так, мы можем сделать какой-то апгрейд. Не знаю, какой мы можем сделать. Да, не хочу я смотреть на вашего мясного человечка. Так, где мой принтер? Кстати, тут еще что-то пришло. Так, Kindred Technology, лучшая компания в мире. Да, это понятно, загружай уже. Давай, грузись. Ты что, на симпроне работаешь? Так, еще какие-то видео, кстати. Что за видео? О, мужик, снова он. Что он скажет? Алло, привет, эта штука работает? Прости, дружище. Эй, привет. Не знаю, как тебя зовут. Извиняюсь за односторонний характер разговора. Но знаешь, для общения на огромных расстояниях вариантов нет. Значит, насколько я это знаю, ты на, короче, этой планете. Я видел первые данные. И должен сказать, что у меня есть несколько вопросов. Ты знаешь, на первично исследованных планетах не было признаков разумной жизни. Дело в том, что твоя планета, она неправильная. Ха, неправильная. Не неправильная, странная, необычная. То есть, нам нужно узнать, что внутри этой конструкции. Ясно? Короче, понятно, что они от меня хотят. Опять я через эскейп пытаюсь выйти. Ничего полезного они нам тут не скажут. Теперь мы можем... Да, а, нам же надо распечатать ранец. Нам надо распечатать. Так, вот они. Вот они. Так, это у нас есть. Вот они, прыжковые двигатели. Та-дам! Я так вижу, тебе удалось улучшить ракетный ранец. Хоть он еще не может нормально летать, но все же позволит тебе получить доступ к ранее недоступным местам с минимальным выбросом атмосферных загрязнений. Это, короче, видимо, штукулька, которая позволит нам выше прыгать. Скорее всего. Что такое опять? Кому что надо? А, это второе видео пикает, которое я не прочитал. Да что такое? Что за привычка эскейп тыкать? Ну это, по-моему, дурацкое было придумывать удаление, переход назад через Backspace. Так, что мы можем еще сделать? Протонная нить зацепляется с совместимыми объектами на расстоянии. А, это вот как раз таки для цветов. Для цветов вот этих зацепов. А я думал почему-то, что мы сейчас сделаем вот эту штуку и сможем за них цепляться. Интересно. Ну ладно, давайте мы сейчас будем как раз вот туда и перемещаться, чтобы не пробегать все это дохренище. Так ведь? Так ведь? Так, понятно. Прыжковый двигатель. Так, чтобы, находясь в воздухе, еще раз нажми Space, чтобы прыгнуть. Ну, понятно. Это, короче, двойной прыжок теперь будет у нас. У нас теперь будет двойной прыжок. Так, у нас есть две метки. Так, стоп. Я все время забываю, что у нас нет карты. Хотел посмотреть карту. Так, это у нас, я как понимаю, вот эта метка, которая сейчас наверху, это у нас там корабль в той стороне.
Получается, да, мы где-то вот там упали. А эти метки у нас стоят где-то вот там. Ну что ж, пошлите туда. Так, вы тут не мешайтесь мне. Слышь, сюда иди. Отлично, подстрелил. Отличненько подстрелил. Тут еще ресурсики собираем. Там еще эти твари. Окей, окей, окей. Движемся дальше. Ёп, не падай. Ты что, дурак совсем? Ты куда собрался-то? Совсем дурачок. А, во, это мы так прыгаем, да, типа? Это всего лишь двойной прыжок. Это всего лишь позволяет нам подпрыгнуть два раза. Слышь, прекрати это делать прямо сейчас. Окей, ладно. Нам получается... Нам по... Да что такое-то, ты почему не пробегаешь здесь? Нам получается надо наверх куда-то вот туда. У нас метки-то вот туда стоят ведь. Или нет? Или нет? Или... Или теперь они обратно... Обратно вот тут, с другой стороны. Прости, ничего личного. Прости, ничего личного. Да, видимо, здесь больше ничего нет, по крайней мере, на этой локации. Эй, воробей! Кукуна! Это тебе урок. Будь всегда ко всему готов. Я надеюсь, мы идем не на этот громкий рычащий звук. А, я вспомнил. Вот сюда же мы здесь не могли перепрыгнуть в прошлый раз. Это все из-за тебя было, ты помнишь, да? Я надеюсь, ты это помнишь. Вот сюда нам надо было. Слышь? Красота какая. Так, все, несемся. Опа. И вот здесь вот мы, нам тогда сказали, что мы вот здесь вот не сможем, а теперь мы здесь сможем. А вот эти цветы, которые наверху, видите? Ой, не наверху, вот эти вот цветы-зацепы. Для них нам как раз нужен вот этот крюк. Это вот эта вот штука, наверное, там орёт, нет? Нет, не это. Ну ладно, пробуем. Опа, хоп. Прекрасно. Секрет поблизости. Где секреточка? Я хочу секреточку. Я хочу секреточку. Я еще внизу, когда бегал, там мне приходило уведомление, что секреточка рядом. Ну, вон она. Вон она, вон там секретка. Все, я понял. Опа. Соберем ресурс. Оп, опа. Отличная у нас собачка получилась. А как вот туда попасть, вот мне интересно. Нам ракетный ранец не позволяет так высоко прыгать. Это нам, наверное, чтобы туда попасть, нужен будет вот этот крюк. Нужен будет вот этот крюк, который мы еще с вами не распечатали. Твою мать, что это я вижу? Что это? Что это, блядь, за пропеллер? Так, пошли нахер. Оно на меня не нападет, я надеюсь? Оно с глазом. Оно с глазом, вы посмотрите. Что оно делает? Ну я, короче, понял, что здесь надо сделать. Надо его накормить вот этими вот штучками. Эй, штучка, на тебе. Красота. Прекрасно. И вот она нам открыла. Ха-ха, получай. Слушай, а мне нравится. Скорми еще одну. Да не вопрос, детка. А, ну так тут закрыто, ладно, на. Еще раз пинанем. А, она разбилась. Ну ладно. Так, давайте взглянем вниз. Здесь ничего нет, вот он этот, типа цветок, за который можно цепляться. Да, мы его, по-моему, уже сканировали. О, а вы кто? Вы новые какие-то, что ли? Я вас не сканировал. Сочный фрукт, который местная фауна просто обожает. А я могу что-то с этим сочным фруктом сделать? Не могу. Понятно, ему нужна только одна штука. Ну ладно, одна так одна. Обнаружена область, спокойная расщелина безмятежности. Тут что-то все рычит так. Мне не нравится. Не очень-то похоже на безмятежность. Но другого пути нет. Нам, видимо, сюда. Нам, видимо, сюда. Будем ходить, будем потихоньку истреблять этих маленьких воробушков. Тем более они тут возрождаются все время. Секреточка еще поблизости где-то одна. А как? Как я ее должен найти-то? Секреточку-то. Вот там она, что ли, где-то снизу? Вот здесь, что ли?
Секреточка, ты здесь? Нет, она не здесь. Где-то там, возможно, наверху. Возможно, наверху. Умри, умри. Поделись своим ресурсом. Так, вон там какая-то пещера есть. Я хочу туда сходить. Я хочу туда сходить. Вау. Что это? Что это? Сканируем. Треснувшая стена. У меня есть несколько вариантов, что можно сделать. И во всех присутствует взрывчатка. Это классно. То улучшение нам бы очень пригодилось. Я отправила запрос в Kindred, но нам еще предстоит найти на этой планете нужные ресурсы. Буду держать тебя в курсе. Все понятно. Это мы сможем открывать с помощью взрывчатки. Там какой-то ресурс, я вижу, и какая-то розовая жижа. Я не знаю, для чего жижа, но, видимо, она нам будет нужна. Что здесь? Там ничего. Только какой-то рык. Что это тут за соус льется вон туда-сюда? Офигеть, там кухня, наверное, какая-то гигантская. Так, поблизости секрет. Может быть, где-то здесь? А насколько, интересно, вот... Чё? О, ничего себе, я как стрейфить могу. Как я могу стрейфить, интересненько. Отлично. Так, ладно. Да иди ты в пень со своей секреткой, я не могу ее найти. В смысле, что за знак вопроса? А, это знак вопроса ограничивает зону, типа, да, в которой у нас секретка. И секретка, похоже, не здесь. Она где-то вот в этой области. А, так вон она наверху. Но у нас нет взрывчатки. А, ну все понятно, ладно. Текаем тогда туда, куда нам нужно. Пиу, пошел. Пошел. Давай, хавай, хавай, хавай. Отлично, засосал. Бззз. Офигеть. Спасти тебя, чувак. Я понимаю, что тебе было очень неприятно сидеть попой на этой штуке, поэтому я тебя спас, не благодари. Так, здесь еще взрывчатка нужна. Так, вон там хурма, которая нам нужна. Не знаю для чего, нам так и не объяснили для чего, но она нам дает какие-то уровни. Нам за уровни дают больше здоровья, больше выносливости, мы можем дольше бегать и так далее, поэтому ну полезно. Полезно. Давай, несись туда снова. Не засосала, смотрите. Вот, теперь засосала. Прекрасно. Прекрасно. Будем местным кормильщиком вот этих штук. Я надеюсь, они нам потом скажут спасибо. И потом сделаем себе такую нашивочку «Истребитель воробушков». Пока ничего опасного на этой планете нет. Вообще, я думал, вот это вот нам сказали, что это щупальца, часть гигантского голодного создания, живущего под землей. Я думал, что оно меня сожрет. О, хурма. Хурма, привет. Есть и другие хорошие новости. Помнишь те опухоли, которые заменили твои кости и улучшили выносливость? Они распространились на мышечные ткани нижней части тела. И теперь у тебя твердые, как камень, ягодицы. Ты ведь в восторге? Да, я мечтал всю жизнь о каменной попке. Теперь можно колоть ей орехи. Так, маркеры, маркеры. Ищем наши маркеры. Так, 60-50 метров. Какая задача это у нас отмечена, я понять не могу. Господь жги. Обалдеть. Господь жги, стабилизатор бум-гранатов. Позволяет переносить и держать бум-гранаты. Требуемый элемент не обнаружен. Так, это понятно, это фиолетовая метка. Окай. Снаряжение. А, небо зовет. Требуемый элемент тоже не обнаружен. Значит, это два этих элемента. Мы как раз их и идем сейчас искать. Что такое там блестит? А, это блестит вот эта херотация. И они у меня есть, я их собирать не могу. Кстати, давайте посмотрим, что это. Пинц. Эта штука делает попрыгушки. Эта штука делает попрыгушки. Вот это круто. Пинц, пинц. Теперь мы можем залазить вот так. О, там пещера. Там пещера. Там пещера, и я надеюсь, нам... Походу, нам надо туда сходить. Или что это вообще? А, можно просканировать.
Что это? Убежище ворованов. Надежное убежище ворованов, в котором они хранят свои наворованные запасы. О, то есть здесь что-то может быть, да? А ворованы это вот эти птицы, что ли? Нет, это равнинная пухла птица. Она как бы любит тебя. О, все понятно. Она меня любит, ну ладно, люби дальше. Так, что вот это? Ты что такое? А, бомбгранатовое дерево. Вот. И эту штуку... Едри двумя. Что это? Что это нахрен было? Что это нахрен было? Я забрал одну, взорвались все. Круто, конечно. То есть вот эти штуки теперь мы можем брать с собой, чтобы открывать вот те места, где у нас трещины. Окей, все понятно, что это заметка была на что-то, я не знаю. На что-то. А, эта метка у нас на какую-то хрень, которая позволит нам ее стабилизировать. Тут же написано... А, нет, не здесь. Не здесь. Стабилизатор бумгранатов позволяет переносить их с собой. Сейчас мы можем его взять и только там через 5 секунд выбросить. Так, нашли кремний. Отлично, я вон там внизу видел еще одну эту хренотень. Я ее не заметил, когда мимо проходил, но да ладно. Мы пока пройдем вот сюда. Нам нужно дойти до наших меточек. Ай-яй-яй-яй-яй, что это? Это что-то сделало только что мне больно. Мне не понравилось. Что ты? Что ты такое? Я хочу узнать. Дикобах. Защита встречает нападение. Нападение встречает шипы. Шипы встречают твое лицо. Попробуй выстрелить в лицо, когда оно откроется. В смысле? То есть они типа убивабельны, да? А, ну ладно. О, кстати, ТПХ. ТПХ, ТПХ, да. ТПХ. Ай! Оно попало в меня. Оно попало в меня. Так, мы нашли еще одну ТПшечку. Опа, это что там такое? Это что там такое? Пипиу. Оно не убивается. Опа. Давай, на тебе. Кабум. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, игрушка. Она взрывает вообще все. Это классно. Это классно. Это что за сканер там такой огромный? Че он сканирует? И нам, кстати, туда. Но нам нужно и что-то здесь. Давайте сначала вот эту найдем. Вот эту найдем. Это, кстати, тоже похоже на бумгранат, только на огромный. А мне кажется, если туда кинуть маленький, взорвется все к херам собачьим. Оп, опа. Так, 23 метра. 15. Дополнительный бонус твоего новенького реактивного ранца можно использовать для горизонтальных перемещений. А, ну это я знаю, да. Это я знаю. Двигаясь назад или в сторону, нажми колесико. Ну так это то же самое, что с шифтом. Так, о, а, вот и враги. Нифига себе. Нифига себе, вы видали? Вы видали? Умри. Опа. Я тебя побежду. Херовина. Куда в тебя стрелять-то? Ай, блин. Я не понимаю, куда мне стрелять. Вот в хвост, наверное. Да, в хвостик все-таки надо было стрелять. Он не зря такой. Что это? Это еще? А, еще две. Да вы издеваетесь. Так, отлично. Отгрыз ей хвост. Маленько, вроде бы. Нет, не ешь меня.
Вы что такие злые? Сейчас я тебе в хвост-то накидаю, слышь? Опа! А, блин! Не бейте моего песика! А чё они так? Чё они такие злые-то? Да в смысле, отстань от меня! А если я кину в них эту еду, это сработает? Все, минус раз. Отлично. Уходи. Уходи, я не хочу с тобой общаться. Ты злое, злое инопланетное существо. Отлично. А, то есть это не просто так нужно было их победить, это вон что-то открылось. Тут еще какие-то интересные деревья есть. Как орех. Совсем как кешью. Могу поспорить, ты не знаешь, что кешью растут на конце здоровенных уродливых плодов. Кстати, знаю. Кстати, это я знаю. Что это? А, во, отлично. Как только ты вернешь этот сплав обратно в дротик, я могу начать ремонт, разблокировать первый набор улучшений для твоих вещей. Это какая-то интересная штуковина. Это какая-то интересная штуковина была, которая нам позволит сейчас что-то делать. Так, это что? Ой-ой-ой, нет, туда падать не надо. Туда падать не надо. Там наверху? Я подозреваю, что там наверху ничего нет. Поэтому давайте подлечимся. Подлечимся. Это нам обязательно нужно. Ням-ням-ням. О, еще хурма. Еще хурма, еще хурма. Ням-ням. Кушай. Тыдыщ. Итого мы собрали 6 штук из 100. Офигеть, сколько их на этой планете, этих хурмецов. Ладно, идем на следующую метку. Опять, смотрите, 100 метров до какой-то метки. 80. Так, тихо, отдохни, 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 отдохни. Оп, опа. Еще и, кстати, это, по башке можно получить. Ну, в смысле, это. Так, открывайся. Кукуна, умри. А, это ТП-ха, типа мне надо туда вернуться. Не-не-не-не-не, подожди с ТП-хой. Подожди с ТП-хой, мне нужно узнать, что это за херотация вон там. О, нормально, смотрите, я кинул. И она взорвалась. Стоп, стоп, стоп. Что происходит? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это нифига себе. Я все правильно понял. Короче, вот эти бум-гранатки. Некоторые существа уязвимы только при нападении в рукопашную, для чего необходимо незаметно к ним подкрасться. А, все понятно. Нам нужно, короче, сейчас вот так вот сделать. Ай, не ешь меня. Так. Он меня видит, видит, все, отворачивайся. Отворачивайся, меня здесь нет. Нормально, просто тыкнуть в глаз врагу. Тоже нормально. Тоже хорошо, так, с ХП у нас все хорошо. Обнаружена область, тлеющая бездна. Плазма, которую ты ищешь, вызывает сейсмическую нестабильность или что? А, какая-то плазма, которую мы ищем, она находится здесь. Но что-то здесь вызывает сейсмическую активность. Бум-гранаты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, опять какие-то херотации местные. Нахер иди. Я подозреваю, что их надо рукой ушатать. А, нет, пока они летят на меня, окей. Все, отлично. Минус. Так, еще бум-гранаты. Что-то у нас не просканировано. Что-то не просканировано, да. Но это мы поняли, что это. Гигантский бум-гранат. Так, нам, я как понимаю, вот туда. Вот сюда. Здесь взять бум-бабах. Вот этот бум-бабах. И бросить туда. И еще один можно для верности. Хорошо взрывается. Мне нравится. Когда они будут стабилизированы, это будет прям огонь-пушка. Прям огонь вообще.
Так, здесь что-то есть полезное, по-любому. Здесь по-любому есть что-то полезное. Не зря же здесь такой, такой обход сделан. Плазма в соседнем помещении, но эхолокация говорит о том, что она заперта какого-то... Какого-то что? А, вон, кстати, еще этот хер. Ку-ку. Ты летишь в меня, нет? А, нет, он меня, видимо... Видимо, он меня не видит. А, окей. Эй, не забудь плазму для зацепа. Вообще-то мы ради нее сюда и пришли. Я понял, что мы ради нее сюда пришли, только... Я что-то тебя не понял, в каком она помещении. Подожди, давай сначала сходим в то помещение. Там было какое-то помещение. Вот. Вот там. Вот здесь вот кремний. Кремний, это мы соберем. Вот здесь еще, смотрите, какое-то помещение. А вон какие-то мразиши. Местные. А, это, видимо, местные петухи эти. Так, у нас... Господь Жги. Нет, это не он. Мы за плазмой пришли для снаряжения, да? Вот он. Давайте вот этот пока отключим. Да, стой, подожди. Вот задание как отменить? Не туда. Не туда. Блин, они все равно все подсвечиваются. Я не понимаю, где какой. Я не понимаю, где который. Пил, отдай. Ладно, давайте сходим пока сюда. Оп, оп. Ага, пошла ты. Херовина летающая. Так, хоп, хоп, па. Прекрасно. Чё, где? А, вот ты. А, в смысле? В смысле, в смысле, в смысле? В смысле? А камень ты куда делся? Твою ж мать. Привет, дружище. Значит, после твоей смерти я сделала твоего клона, который хранит твои воспоминания. Слушай, не думай много об этом. Наша биопечать точна на 99,1, так что пока ты не умрешь еще 49 раз, все пучком. О, новая реклама, новая реклама, новая реклама. Симулятор жизни на Земле. Блин, а куда этот камень делся? Я так и не понял. Я так и не понял. Ну ладно, мы, по-моему, можем что-то уже скрафтить, да? А вот оружие мы можем скрафтить. Увеличенный урон. А, кумулятивный выстрел. Усовершенствованная батарея. А, усовершенствованная батарея увеличивает емкость батареи. А, то есть патронов больше. Патронов больше становится. Окей, хорошо. Предметы это мы пока скрафтить не можем. Это тоже не можем. Ранец мы скрафтили. Визор пока не можем. Пока можем только скрафтить оружие. Ну окей, давайте увеличим количество патронов. Улучшение синтезировано. Отлично, спасибо. Хорошо, что у нее приятный голос. Если был какой-нибудь роботский мужик, но это было бы очень противно и неинтересно. Ладно. Вернемся мы, наверное, уже в эту лаву в следующий раз. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте. И увидимся в следующих сериях Journey to the Savage Planet. Пока-пока.